маточная у нас конюшня. Мамы стоят, детки, тут проходит сама выжеребка. То есть в основной период сюда вход вообще запрещен. То есть тут карантинная зона, и тут работает отдельный персонал. Сейчас лето, они уже все на пастбище, поэтому можно здесь ходить, смотреть. Период, когда у них... Идет случка и выжеребка, да. То есть в этот период сюда лишь укрепление пускают. На денечки нацелены камеры. То есть следим, как только увидели, что начинают рожать, бегут все. Надо обязательно принимать участие. Роды очень быстро у лошадей происходят, максимум 15 минут. Поэтому если вдруг предлежание неправильное, плода или какие-то осложнения есть, очень мало времени у ветеринара, чтобы реально вмешаться и помочь. Да, да. То есть роды очень, как бы, скажем так, чистые, красивые, если даже сравнивать там, с человеком или с другими животными. Но времени мало. То есть надо быстренько, оперативно всегда. Это получается, кто-то должен постоянно дежурить? Да, ветеринары в этот период дежурят круглосуточно. Тут у нас как бы стоят молодые лошади, спортивные лошади, которые в тренинге. Они круглый год тренируются, как бы, вот сразу им не прямой выход в манеж. После манежика помыли, солярий поставили, обязательно высушили. А солярий для чего? Инфракрасный в зимний период, чтобы не простудились после тренировки, не же мокрые, мыли. А, сразу высушили. Солярий высушили, потом одели специальную упаковку и не тянешь. Чтобы не дай бог, спина не простыла и так далее. В основном это молодые уже, которые пришли в спорт, лошади 3-4 лет, которые пойдут в этом году первый раз на соревнования или готовятся к соревнованиям, и уже тогда в реализацию. Их судьба от дальнейших результатов зависит, да? Конечно, конечно. Но в целом лошади, которые изначально не показывают результатов в возрасте год, полтора, два, их стараются реализовать как можно быстрее в прокат, там какой-то хобби-класс. А те лошади, которые, в принципе, показывают позитивную тенденцию на тренировках, их стараются придержать, потому что удачнее всего финансовая продажа лошадей где-то в возрасте 5-6 лет, ну 4. Это хоздвор, да? Это, да, хоздвор импровизированный. То есть, как бы, так как ресторан все работает на эко-совье. Все свое натуральное. Да, все свое. Здорово, у нас есть молочная кухня, не прямая дойка, все как положено. То есть, поэтому тут у нас небольшой хоздвор. А, тут не везде кто-то обитает. Нет, там буквально пару денеков занято. Потому что основной хоздвор у нас все-таки на улице. У нас вот павлины, фазаны, кролики, все как положено. Ну, это не зоопарк, это именно... Нет, это, да, это сырье, скажем так, грубо говоря. Вот это у нас водилочка. Это тренажер для лошадок, чтобы как автоматически, бы... Автоматически, да? Да, оно включается, они по кругу. Шагом рыси бегают, оно автоматически ускоряется, замедляется, меняется направление. То есть лошадок сюда ставят, как на 6 голов, это все дело. И вот, последовательно бегут. Они друг за дружкой бегут, да, тут подключено электричество к перегородкам, чтобы они не перелазили друг другу, потому что любители они сразу сходить в гости. А в центре? Соседу. Соседу это так называемый круг для работы на корде, это особенно очень хорошо для молодняка, потому что лошади не природы... Плохо бегают по кругу, я сейчас не открою, наверное. Поэтому, и чтобы и заезжать их было проще в маленьком пространстве, и тренировать начинать, вот начинаем вот здесь. А потом уже переходим в манеж. А, то здесь они вот последовательно просто, да? Я да, вот друг за дружкой стоят, 6 голов. И бегают, там все. А вот те лошадки, они провинились или... Нет, это выгулы. Это маленькие левадки для спортивных лошадей. Как я уже говорила, спортивные лошади, они в табуне не ходят. То есть они уже как бы привыкли к человеку, они в тренинге. Но так как им тоже нужен свежий воздух, это фотозависимые животные, прежде всего им нужно солнце для здоровья. Соответственно, их каждый день там на пару часов по графику выводят маленькие вот эти левады. Они тут бегают, гуляют и на тренировочку потом. Это наши амбары для сена, мы сами заготавливаем, это уже прошлогоднее сено, его сейчас как бы отсортируют, то, что не очень хорошо сохранилось, выкинут, может быть, переберут, что-то останется, но в принципе уже начался новый укос, то есть
уже будет свежая. А у них какой-то особый рацион? У лошадей? Да. Конечно, причем в зависимости от группы лошади, по возрасту и по назначению он разный. У спортивных лошадей он будет свой, у маточной тоже свой. В целом, конечно, он базируется на сене. Изначально берется какой-то объем сена. Причем там для спортивных лошадей он ограничен, чтобы они не разбивали желудки. Потом это все рассчитывается по питательности и добавляется овес, ячмень, минеральные добавки, кальций, естественно. То есть макуха, возможно, в некоторых случаях, если там рацион беден на белок или еще чего-то. А то есть как бы он уже формируется на основе... Что для собственной заготовки? Ну не все, сено заготавливаем самостоятельно, все остальное покупаем, в том числе и морковку, овес и так далее. Ну храним долго, потому что есть место для хранения, соответственно, с этим проблем нет. Не знаю, снимали вы боевые поля, не снимали? Нет, не снимали. Вот, то есть как бы соревнования уже непосредственно проводятся здесь. Вот этот домик на курьих ножках, это судейская. Оттуда судьи следят за соревнованием. Это у нас разминочное поле маленькое, или так называемая предразминка. А само боевое поле, там где прыгают, выступают, вот оно большое. Это молодые спортсмены? Да, это наша уже детская группа пришла. Они вечером обычно после школы приезжают. Спортсмены не только же местные? А спортсмены все не местные. Это не взрослые. Да, потому что в Черниговской области конно-спортивной школы не было и нет. Соответственно, профессионалов надо откуда-то брать. Есть конно-спортивные школы в Сумах, в Луганске, была во всяком случае, да? А в Харькове есть? В Харькове нету, там есть только конезаводы. Есть конно-спортивная школа хорошая в Днепропетровске, во Львове, в Киеве, естественно. Ну, то есть и оттуда, соответственно, и спортсмены в большинстве случаев. Одесская есть школа хорошая тоже. А вот лошади, они пользуются спросом, кстати, украинцев или зарубежных? По-разному. То есть хорошая лошадь, действительно хорошая, стараются продать рубеж, потому что там, конечно, покупательная способность, она выше, и, соответственно, цена на эту лошадь будет дороже. Те лошади, которые средняя класса или слабее, те прекрасно продаются и в Украине. Вот наши лошади котируются? Какие? Украинские? Ну, да, украинские. А это не важно. То есть в Украине вообще очень хорошая селекция. В Украине несколько заводов, которые производят лошадей международного уровня, на которых выступают спортсмены, которые в сборных и Германии, и Голландии, и так далее. То есть в Украине селекция не стоит на месте, на самом деле. У нас... Благодаря тому, что они все контролируют, поэтому, да? Они контролируют, они работают с лучшими мировыми кровями, с лучшими мировыми жеребцами. А почему мы не можем получить? Условия для содержания, для выращивания лошадей у нас есть. Нам ничего не мешает этого делать. Тем более культура работы с лошадью в Украине есть. Она была исторически и есть на сегодняшний день. Инвентарь. А кортики? Это крючок. Да, это крючок для уздечек, особенно там, если на соревнованиях где-то подвесило и нормально.